Всем привет! Сегодня покажу вам такой термос Чинук. Значит, ну, назначение термоса, в принципе, всем понятно, где и когда его можно использовать, для чего. Вещь, в принципе, полезная, неплохая вообще сама по себе для многих мест, для многих целей и для различных времяпровождений. Вот. Но выбирая термос, что происходит? В принципе, сейчас их стало очень много продаваться вообще во всех магазинах, там, в лентах, в Ашанах, во всяких там магазинах, типа, особенно супермаркеты, гипермаркеты, где всякая мелочевка продается, они вообще там буквально там от 180 рублей их можно купить, эти термосы. Ну, как-то все же, да, при выборе термоса я решил купить себе что-то такое поинтереснее, чтобы он, ну, нормальный был вообще, меня не расстраивал, вот. Взял такой вот Чинук, он в Триале его покупал, причем он стоил что-то рублей 900, там скидка, по-моему, по карточке 20%, я уже не помню, за 700, что ли, его брал с чем-то, сейчас я только что глянул, он там вообще, на него скидка, он что-то 670 цена, ну, неплохая цена, термос хороший, в принципе, пока они там у них есть, потому что там только один термос Чинук, ну, может, кто-то себе захочет, закажет или купит туда, придет в Триал. Не во всех они городах есть Триалы, но тем не менее. Чинук – это фирма, значит, которая занимается производством различных штук, таких как там одежда туристическая, далее посуды у них там много разные, рюкзаки всякие, вот термосы и так далее. Вот. Видите, тут слоган их «Техника аутдор». Ну, то есть понятно, например, что они делают такие всякие вещи, которые вам могут пригодиться там в туризме, в походах и прочих таких вот моментах. Видите, ну, тут особо про термос показывать особо нечего, я вам покажу, там, что увидите для себя, то увидите. Видите, он у меня изрядно побитый, давал его как-то товарищу, он его вот тут, видимо, уронил, не признается. Ну, в принципе, ничего страшного, внутри стакан целый, все нормально, там, ну, внешние какие-то помятости, думаю, фиг с ним. Здесь, видите, то же самое, резинка, потом кусочек отвалился, но она достаточно давно отвалилась, и больше ничего не отваливается. Я вообще вещи жестко эксплуатирую, поэтому что у меня есть, то все эксплуатируется жестко. А вот, здесь такая вот прорезиненная поверхность, ну, приятно его держать, что сказать, он нормально, все, ну, достаточно он такой тяжеленький. Давайте взвесим, посмотрим, что он весит. Ну, вот видите, 606 грамм весит термос. Ну, то есть, наверное, это хреновые термосы. Они, наверное, достаточно легкие все же. Как бы на них там экономят, на материалах и так далее. Это, наверное, потяжелее. Ну, я не знаю, я не сравнивал, просто для кого-то, может, информация полезна, для кого-то бесполезна. Так, стаканчик, понятно, он же крышка. Здесь такой вот механизм. Нажимаете, он отсюда выливается, вот отсюда по бокам. В принципе, такой, видите, он уже тут у меня пожелтевший. Вот, ну, ничего не протекает, ничего с ним не происходит. Ну, я расскажу свое мнение по поводу термоса попозже. Давайте сначала вам покажу, кому что интересно здесь увидеть. Внутри таким образом он выполнен. Здесь пластик, здесь резиновые уплотнители всякие там. Ну, что собственно показывать? Конструкция как конструкция. Внутри вот так вот все выглядит. Не знаю, видно что-нибудь или нет. Понятно. Ну, вот такой вот термос. Значит, что хочется сказать. Тепло он держит. И если я наливаю туда чай, то чай всегда горячий. Когда я его купил, там через несколько дней, я там его, ну, использовал пару раз, потом решил протестировать, что я с ним сделал, просто в качестве информации, да, насколько там хороший или плохо термос, можете там со своим сравнить. Я в него налил чая, и было минус 25, серьезно, минус 25, я его поставил на улицу,
Он у меня там простоял что-то около 5-6 часов. Я его достал, чай был горячий. Вот, поэтому вот такой вот тест. Ну, в принципе, там уже сейчас вот он у меня используется, ну, наверное, год где-то, да, я его покупал чуть меньше года назад, но использовал его достаточно много. И, в принципе, он ничем ни разу меня не расстроил, нормальная штука. А, чехольчик к нему в комплекте идет. Так, сейчас я, наверное, его принесу, покажу. Вот такой вот чехольчик в комплекте. Ну, я его сую сюда постоянно вверх ногами, так удобнее засовывать просто. Чехольчик обычный, в принципе, ничего тут особого. А, ну вот его модель Get a Grip. Этого термоса. Вот то, что здесь написано. Кому-то, может, будет интересно. Вот, в чехол его положили, ничего его не будет. Я его, когда там чуваку давал, он мне его отдал в итоге обратно. А там в багажнике он у него валялся, короче, там об все бился, об все шкарябался, весь пыльный, грязный. Потому и резинка содралась, там и помятый он у него был, не знаю, что он там с ним делал. Ну, есть люди, которые так обращаются с чужими вещами, причем, как ни странно, очень много таких людей. Ну, это к теме, пожалуй, не относится. В общем, с дуры можно и термос погнуть, да, и что-нибудь еще сделать. Ну так вот, такое мое мнение о термосе. Не знаю, может быть, все термосы замечательные, которые там и 100 рублей стоят, сами смотрите. В общем, думаю, что там 700-600 рублей за хорошую такую вещь, в принципе, можно заплатить. Это не несколько тысяч. Так что продаются такие термосы. Вот Chinook Get a Grip. В Триале его брал, где есть еще, я не знаю. Посмотрите, может быть, найдете. Но это все. Понравилось видео, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал, будут новые интересные видео. Всего доброго.